эфире передача «Ищу тебя». Год 91-й. У Юлия Соломоновича Гусмана на сочинском пляже какой-то человек украл его любимые тапочки. Юлий Соломонович, мы нашли этого человека и ваши тапочки. Встречайте! Год 92-й. Валдис Пельш отдыхал в сауне сочинской гостиницы «Жемчужина». Мы нашли этих девушек! И, наконец, Александр Васильевич, помните, в 92-м году вы обещали мэру Сочи, что если у него будут проблемы с КВН, вы обязательно поможете. Помните? Так вот, мы нашли эту проблему. Встречайте, команда КВН города Сочи! Мы из Сочи, Сочи, город мечты, мечты. Эй, лысый, лысый, панамку возьми, возьми. Сочи зимой, зимой, нету проблем, а летом начинается сплошной КВН. И снова Сочи в Москве, на КВН. И снова Сочи в Москве, на КВН. Во все времена Сочи был курортом номер один. Итак, Сочи, 1962 год, строительство санатория ВЦСПС. Чё надо? Оксана Оксановна! У вас нету аккордов песни Шала Кукарелла «Африка Симона»? Ты чё, больной? Дура! Дура! Я же люблю тебя! Понимаешь, люблю! Ну, подождите! Любовь у них! Иди сюда! Вы хоть Камасутру читали? Чё за Камасутра? Показываю на кирпичной кладке. Белый — это мужик, красный — это женщина. Отечественная — стандартная. Красный — уголок. Отечественная — коммунальная. Богемный вариант. Шведская кладка. И я, конечно, извиняюсь, пионерская. Так наступили 70-е. Время гонки вооружений и складных очков Феррари. А что это за ребята, а? Классная пельменная. Здесь и потанцевать можно. А где же обещанные девчонки? А, да я с ними на 10 договорился. Как на 10? Ты же по пятерке говорил. Да вон она идет, что ты. Опа. Ольга, 13 лет, фарцовщица. Фанатка фильма «Высота». Оля, ты где была? Мальчики, тут такое дело было. Папе джинсы купили, не подошли. Может, вы возьмете? Да-да. Все размеры есть и цвета. Оля, ты чего в пельменную в ушанке пришла? Мальчики, вы что, физику не учили? Чем выше, тем холоднее. Ребята, а вот вы такие продвинутые. Вы меня танцевать не научите, а? Легко. Испанский танец! Вау! Какие мальчики! Они же из шоу! Какое шоу? Мальчики, что вы делаете сегодня вечером? Из джентльмен-шоу! Джентльмен-шоу! Иногда лучше жевать, чем говорить. Так наступили 80-е. Эпоха Горбачева и джинсов пирамиды. Нормально все, я на месте. Ровно, ровно. Почему столько крови? Что наши гибнут? Откуда столько крови? Что, собаки, от КВН косите, да? Вы у меня все будете в КВН играть. Все!
Ты тоже не будешь кавалер играть, понял? Если что, я этого знаю, как его. За компьютером сидит, с усиками. Андрей, Андрей! А! Чипаю, вот! И мы все будем смотреть хорошие фильмы. Трактористы, кубанские казаки, мультфильм «Приключения муравьишки». Что случилось, товарищ генерал? Да я вот момент вспомнил, когда муравей там с огуречиком встречался. Минутная слабость! Рубя, свернуть! Ой! КВНчик называется, живот подтяни! Шинопак откручу, сопли он распустил. Нос выкину, в глаза мне смотри, в глаза! Шутки, смех, придурки! Так пришли 90-е, рассвет олигархов и закат телевизоров «Шилярис». А мы начинаем хит-парад популярных песен. И на третьем месте генеральный прокурор России со своим убойным хитом. Вместе песня про пирсинг. Я встретил девушку, все было как лицо. На щечке запонка, а в носу кольцо. Куплю себе магнит и притяну ее. Ту девушку, которую люблю. И, наконец, на первом месте саундтрек передачи «Круиз аншлага по Волге». Большие города, Самара, Волгоград, архипелаг Аншлаг. Верните наши деньги, юмор из ушей. Идите домой, Регина недовольна. А в Щедрину никто не пишет. Мы уже 2 года в высшей лиге. Пора что-нибудь подарить Александру Васильевичу. Русик, шарики! Какие шарики? Я предлагаю нашу коробку шоколадных конфет. Какие конфетки ты искал, Русик? Ты что, съел все конфеты? Да. Так иди и сам сейчас извиняйся. Давай! Дядь Саш! Конфетки беспонтовые были. Я их съел, чтобы не отравились. Вы ведь меня простите, да? А можно я вас поцелую? Так наступили 2000-е. Закат диктатуры юмора Регины Дубовицкой и рассвет диктатуры закона Владимира Путина. Дамы и господа, прослушайте официальное интервью Владимира Путина телеканалу CNN. Синхронный английский перевод прилагается. Здравствуйте. Я президент России Путин. Владимир Путин. В этом году россияне будут жить хорошо. В этом со мной согласны Березовский и Абрамович. Гусинский. Карелин. Ирина Хакамада. Со мной полностью согласна вся Средняя Азия. И даже Борис Ельцин. А если Запад будет мешать, мы нажмем на пуск. Звоните мне чаще, а я поехал отдыхать. Вот так!
Семимильными шагами Сочи просто врывается в третье тысячелетие. И каждое достоинство нашего города – это шаг вперед. Первое – в Сочи море. Второе – в Сочи зеленые пальмы. Третье – в Сочи нет Дарьял ТВ. И, наконец, самое главное. Теперь здесь у вас, в городе Сочи, будет жить и учиться Юра Шабинов. Тащила вся страна под белые розы. И был популярнее, чем Корзон, билет Шатунов. А он так хотел играть в КВН, но злые морозы. Хотя целовал и плавил цветы, пацан будь здоров. Стали бутсы, скользкое поле, защитные шипы. В городе Сочи темные ночи, нет банальной строки. Девочки тратят все наши деньги обратно в Москву и оставляют нас замерзать на белом холодном крыжу.